Всем привет! Павел Вайс, Саня, девчонки пошли куда-то, сейчас вернутся. Купили контейнер за $420. Небольшой, но мне кажется, будет интересно. Мы переезжаем в новый склад. Я увидел стулья, нам нужны всем новые. И два тела, женское и мужское. Мы будем на них фотографировать одежду. Вот. Забирай. Было недорого. Решил попробовать. Марк Эко. Тут я вижу просто лекарства. И вроде все. Вот, стулья сразу берешь. О, здесь флаг. И везде написано APA. 44-го года рождения. Иногда в них бывают золотые жетоны. Прямо из чистого золота внутри завернут. Давай поглядим, что... О, достанем этот столик. Будем на нем разбирать. Ох, зацепился чуть-чуть, но ничего. Зато прям под светом будет разбор. Ага. Это мусор? Ну, как бы и да, и нет. Ух ты, смотри. Ничего особенного, но приятно. Это все монеты американские. Они серебряные? Я не думаю. United States Proof Set. 68-го года. Классно. Какие-то нашивочки. О! Ага. Саша. Прах. Хомячок. По имени Саша. Саша Ломков. Ну, блин, нашли, как называть. И главное, идеально написано. Вот так, ну, правильно. Хомячок по имени Саша. Сань, ты не спеши. Может, большое, доставай мне коробки потом. Фотографии, сертификаты какие-то. Личные вещи, старые телефоны, записная книжка. Письма. Короче, здесь личное. Я сейчас со стульями уеду. Девчонки придут, скажут, все, сами сегодня нет. А, да. А, ага. Тут есть два чипа. Я думаю, вот это мы им оставим. Прах личный вообще. Угу. Голова. Пришли. Друзья, привет, хай. Ух ты! Опа. Это Apple? Или нет? iClever. iClever. Я вчера вот. Жене говорил, блин, я хочу такую, у меня вот такая, помните клавиатура без вот этих цифр? Mm-hmm. Все, это едь домой, я хочу такую. Вот, Лика, на, вот, придумай, что это. Да не, зачем? А тут это ничего нет. Туалет, судно и что-то такое. Тут пустенько. Mm-hmm. А стоило это $69. Это голова. Будете шляпки продавать. Вот, вон, голова сразу. Вон, смотрите, какие фигурочки красивые. О, ринг. А есть ринг? Есть сенсор и ринг. Да. Да, перебрал. Там личное, там прах даже есть. Это прах? Да, посмотри имя. Саша. Угу. Мы уже с Санькой поржали. О, вот эта тема классная, слушай, стоит денег и на eBay продается. На. Это ринга. Не-не, это камеры, а вот ракушки. Видишь? А это что? Мне самое интересное, надо достать ракушки. А для чего вот это? Это, наверное, для лаптопа какой-то стенд, да? Может быть. А это смотрел? Да. А серьгу видел? Нет, потому что... Для этого у меня есть, вы находите вещи, которые я... Вот этот, видишь, вот этот липкий? Mm-hmm. Ну да, да. Ну это поверх. Мне таким сделали, когда берут вену из крови. Да. Когда вену. Вену из крови? Да, когда вену из крови берут. Тут сенсоры есть. Так, здесь все понятно. Складывай. О! Что-то тут интересное. Что? Да? О, я ее боком просто держу. Да, микроволновка. А тут просто запаковочным. Подожди, это пакет, который нам нравится. Ништяк. Только они огромные. Так это ж классно, у нас иногда не залазит какие-нибудь там куртки там, на. Еще и розовые. Да. Угу. Вот это классная коробка. Маленькие.
Все, смотри, Лика, что вот сюда надо? Складывай. Федекс там не нужен. Почему мне нужен? Нужен? Нет. Нужен? Нет. Хочешь на? Я говорю, нужен. Мы лучше заклеим Федекс, будет пакет просто. Ботинок в носке. Ван Хаусен. Куда? Что это за полка? Может, лучше эту коробку выкинуть? Где? Вот это. Какая? Это не полка, это флаг. Флаг. А эту мы бахнем. О, тут колоночки. Ну, компьютер с монитором, блин. О! Что-то непонятное. Это типа... Бенгальские огни, что ли? Не, я думаю, что это аромабалки. А, ну вот так. Аромабалки? Нет. А. Четкий какой-то коврик, типа. Она увлекалась чем-то эзотерическим. Да. Жар птиц. Нет, этот. Прикинь, золотая была. Павлин. Да, это прикольно, блин. Ага. Запаковали подушки с бумагой, чтобы не разбились. А что, красивые подушки, что ли? Да нет. О, нормально. Это к нам на стол. Для потому подушки. Что... Для поясниц? Окей. Okay. Да. А, ты пытаешься закрыть? Я думал открыть. Спасибо. ИПА. Нет, АПА. АПА. Это Сашина. Это Сашина, говорят. Да, неужели? Это, скорее всего, Лена. Я знаю. Забирай. Я сразу подумала, когда увидела шайбу для парика. О, это что-то интересное. Почему такие тапки? Какие-то японские, да? Да, японские тапки. Держи. На них реально ходят. Бумаги, бумаги. Бумаги. Да и тапки будешь сюда? Давай. О, о. Посудка? Мне нравится такое. О. Вообще не говори «о», когда ты вот такой находишь. Я про нож подумала просто. А. Чтоб там было. Да есть же у нас нож твой. Ну ладно. Крутейший нож на земле. А тут матрасы надувные. Одежка. О, а это что? Ого. А вот это хорошая вещь. О, это этот. Сервер, да? Сервер. О, это, наверное, с криптой. Биткоины там все. Знаете, как он весит? Он очень тяжелый, посмотри. И они стоят дорого. Некоторые стоят за тысячу. Dell. Dell не очень дорогая фирма. Dell? Не очень дорогая? Дорогая? Мне кажется, есть Dell-ы такие, что... Одна из ведущих... Ну, не главное, что там находится внутри. Нет? Разве? Пойдем. Ой, все тяжеленькое, наверное, фотография опять. Ого. Dell у нас пойдет в конце. Мне кажется, что она была... Вуду. Какой-то этой... А это что? Таблеточки. Китайские. Это вы не обратили внимания, да? Это Pearl. Жемчуг. Натуральный жемчуг. Натуральный жемчуг. И каждая в отдельности запечатанная. Все. И у нас еще есть эти вампиры разные. Черная пантера. Hermit the Frog. Да, здесь фотографий куча. Опять мониторы, монитор, компьютер. Вот это прикольный танк. Клавка. Тут все понятно. Да, тут опять личное. Ага. А вот и ножик нашли. И safety deposit box. Тут мы нашли сейф маленький. Подождите, может здесь и золото лежит? Ну тут Санины волосы опять. Ну почему, блин, не может быть в таких вещах чего-нибудь там? Ну да, понятно, для чего ее хранили. Закрытую. Чистить то, что тут есть. На, Лик. На, ты уже занят, на. Спасибо. Тяжелая колонка у человека. Не, она не тяжелая, она просто, я думала, что из Эльдорадо написано, что это хорошо. Harman Kardon, да. Ее можно продать. О, типа Cartier. Было кольцо. Супермен куранты.
детское золото. Такая запонка прикольная, колечко. А тут опять какие-то I want you, чё? Ювелирная шкатулка. Тут какая-то цепочка с крестиком. Там интересно? Да, Лик? Я не знаю, что это, но это очень прикольно. Это какая-то винтажная камера. Винтажная камера, да. О! Лик, нет? У тебя там в коте что-то внутри. Заберешь это? Что-то очень-очень странное. Gold plated? Нет, это GF. Gold filled. Gold filled. 12 gold filled. На, Лик, поковыряйся. Там это серебро, походу. Видео? Ага. Видео. Они вылетают. Ага. Вот еще какая-то, но я не знаю, что это. Зубы, монеты. Хороший зуб. Ну, наверное, какой-нибудь мудрости. Да. Не хотит. Подожди, давай вот это. Здесь слева кое-что золотое. Как минимум одно. Что там зацепилось-то? Непонятно, да? Еще в нижнем. А, давай ее потом, потом. Не, не открывай потом. Ну, по-любому какая-то паль, да? Да, вся. Хотя что-то есть там. Ну, она вся облезла, может, и сюда. Может быть, опять же, покрытая этим. Это тоже. Вот это классное. Кольцо рыцарское, а? Мне кажется, оно не серебряное. Не думаю, что оно серебряное. А вот это похоже очень на белое золото. Что там написано? Это? А это? Это похоже не на что. Там что-то написано было? Там написано какая-то это фирма. Это кольцо суперсила. Фирма, но она... Суперсила, да. Серебро. А это? Там не написано 10 карат? Иногда бывает. Серебряное. Да, блин, что это? А это что? Там внутри что-то есть, на, смотри. А может часть Саш? А там кокос внутри. Саша там опять. Нет там ничего? Нет, а что есть там? Есть. А что есть, да? Все равно это нам надо. Даже если... Конечно. О, там засыпалось что-то. Давай руку. Это очень похоже на серебро. Ну, может, нет. О. Да, зацени. Все, там две, забирай. Да, иногда вот так они возят. То есть носят. Стерлинговое серебро. Я не знаю, написано 14К, но не вижу, что дальше. Либо фирма, либо что-то вот на вот этом. Ага, а дальше? А на втором. А, кстати, карты белой женщины. Тоже 14К. Это похоже на золото очень, Лик. Да, это очень похоже на золото, я согласна. Ну, было бы неплохо найти, да? Два кольца, 14К. Я бы сказал, сколько? Долларов 400. 400? Отбили юнит. Поздравляю. Нать. Это была пара. Все. Солнце. Коробочка от Cartier. Может быть, там было написано Cartier? Нет. О! Тоже похоже что-то на серебряное, походу, да? Угу. Фамильное. Нать. Мне кажется, здесь в этом тоже мочой иногда воняет в этом юните. Или в этой коробке кто-то сходил в туалет, не дотерпел. Все. Здесь закончили. Что это? Золото, деньги? Не, не надо этого. Я не хочу эту шкатулку. Просто вот так ее куда-то в сторону и все. Я не хочу эту шкатулку, она убитая. Ну, зато мы ее хотя бы привезем. В целости. И она не рассыпется. И выкинем. Она откроется. Все посмотрели, да, уже, да? Там все уже, да? А вот здесь был серый бинт, ты забрал его, да? Closes. У кого там нож был? Вон нож, Сань. Здесь у него была картина, да? Китайское что-то. Знаете, часто вот там внизу в таких коробках сумки хранят, Сань. Ты дотянешься до низа? О, это опять это вот. Нет, там просто внизу мягко. Блин, можем достать? Фирмам. Не, не надо. Давай хотя бы приподнимем, Алика заглянет. Все, забирайте. Опять монитор, у них и что-то монитор... А, полки? Да. Нам нужны.
Пусто. Это этот, как же он называется, шреддер. Матрасы, матрасы. Тут коробку закинули пустую. Это ТВ-стенд, походу. Да, там легкий. Из эпоксидной смолы сделаны. Ага. Где? Это ТВ-стенд. Сверху, сверху стекло. Сверху стекло идет, и там телевизор. Это для телевизора. Что ты нашел? Ай! Доски. Вот это было внизу, прикинь. Ну, где одежда, там что-то внизу еще есть. Понятно. Красота неописуемая. Очень. Еще один. Блин, у них мониторов. Валом. Еще одежда. Тут что-то необычное. Бумажник. А у тебя что написано? Не знаю. Там что-то написано было. Нет, иди. В хозяйстве никак не пригодится? Конфетки. Колечко от ключа. О, запечатанное что-то. Камни. Я думал, украшения. Давай куда-нибудь передавать. Математика. Китайская, японская. Да, видишь, камушки. Я всегда думаю, когда смотрю на это, и думаю, если так дешево мы купили. Как будто все знали, что здесь. Ну, в принципе, ничего особенного нет. Ну, юнит нормальный такой, интересный. Хотя мы и дорогие берем, да? Тоже. И мы без перчаток. И без перчаток. Нормально. Тут еще большая коробка с одеждой. Надо ее поглядеть потом. Тут, походу, ткани. Ну, типа того. Может, одежда какая-то. Собирай. Тут вижу, как будто носки и какая-то стирка. Ножки от дивана. Смотри, какой столик классный. Ага. Тебе нравится? Типа того. Баночки. Странные баночки. Horn Hunter Move. Тут подушки просто. О, здесь была одежда, больше ее нет. А здесь что-то, какой-то мешок тяжелый. Прям вот... Потрогай. Пойдем посмотрим, что там в этом мешке. Фотки, да? Немало. Я знаю. Кровать. Палатка. Принтер. Воздушный хоккей. Тут какая-то кружка. С маслом. Ниндзя, пустой. Принтер. Пустой. Так вот, заканчиваем юнит. Лена вернулась. Ничего особенного, но два кольца настоящее золото. Я сейчас проверил. Плюс в одном бриллианты. И один такой немаленький кусочек. Юнит отбили только двумя кольцами. Но еще я взял это почему? Потому что здесь куча полок. Вон и вон. И есть три стула. Какие-то столики. Два манекена. То есть нам это надо для нового шапа. Техника. Ну, это продастся быстро. Диваны уйдут на юнит. Я думаю, мы сейчас юнит построим, продадим. И в конце видео скажем, сколько мы в плюсе, сколько в минусе. Ну, уже не в минусе. Все, погнали. Всем привет! Павел Вайс, Саня, приехали. Халк. Приехали, купили юнит. Необычный, непонятный. Решил посмотреть. Купил я его за... Сейчас скажу. $530. Вот такой юнит. Понравился велик, сразу видно хороший. Очень хороший. Сейчас ну-ка. Велик. Да. Очень легкий. Но сразу было по фоткам видно, что кто-то покрасил его вот в эти цвета в честь своей команды футбольной. Miami Hurricanes называется. Скорее всего, это команда футбольная. Так что надо узнавать, что за рама. Но Giant руль, Giant вот этот под сиденье, профессиональное сиденье. Ну, короче, велик
не дешевый. Давайте пока его оценим. Они могут быть 2, 3, 5 тысяч. Давайте оценим за 500. Miami Hurricanes. 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 Да. А, великом уже отбили. Но это по минимуму. Какие-то карточки. Странно. Карточки, ниточки. Касса. О, новая. Нам пригодится, да? Когда будем продавать очень много. Два стола. Мне нужны столы. Какие-то пакетики. Непонятная тема. О, бицы. Круто. В районе, я думаю, $100 продадим. Ну, конечно, дороже стоит. Это Ziplox. Да. А вот целый пакет. Бумажная работа. Держи. Коробки нам нужны вот такого размера. Слушай, у нас ножик есть? Тут что-то очень тяжелое. Что это? Ну-ка. А, это упаковка для этих, для арахиса. Да, кто-то арахисом занимался. Я не знаю, как это можно использовать, нет. Шурупчики. Да, это арахисовый бизнес мы купили. Блин, полностью новый шлем. Да, но он с названием арахиса. Но новый шлем, да. Интересно, такой можно продать? Ого. Тоже арахис. А тут не арахис, случайно? Да нет, пустые. А нет, одно пустое ведро, другое нет. Держи. Какая-то белая пудра. Это молотый арахис. Палатка. Можешь найти хозяина и продать ему это обратно? Или тому, кто занимается этим бизнесом? Я не думаю, что это один бизнес. Может, это франшиза? Я не знаю, что это такое, но очень тяжелое, Сань. Коробки. Да, конечно, я увидел Gucci коробку. Это прибавило интереса, помимо велосипеда. Да, здесь какие-то пластиковые кейсы. Походу, там тоже. Бумаги. Немножко денег. Не, они сказали забирать все. Ух ты, United Sugars. Слушай, сахар нужен на год вперед? Нет. Вы сахар покупаете? Не играю с сахаром. Ну вообще, белый сахар в чай никто? В основном для выпечки что-то. Чего-чего, сахара? Нет, надо сделать разрез и ножик. Пальцем под губу, да? Попробовать. Ну, чего-чего, сахара у нас много. Не понятно, для производства арахисовой пасты. Ну, не, глазурь какая-нибудь. Ну да, ты прав. Реситные коробы, эти блокнотики. Тоже на лет 20 вперед. А это что? Да, ножик не взяли. Что есть, то есть. А, это полиэтиленовые мешки, нет? Блин, плакаты. Хрень, но выкинуть придется. Фух. Да. Смотри, те специи. Не-не, это специи. Специи нужны на лет 300 вперед. Это специи. Прям вот мясо готовить. Тут рулоны, а тут вот такие штуки. Не знаю, что с ними делать. Держи. Просто... То же самое плакаты, да? Да, просто выкинуть вес. Но я не расстраиваюсь. Мы юнит отбили, и может даже заработаем. А как пахнет сейчас с этими специями? Не говори. Это эти коробочки, рулоны. Но меня больше интересует, что там. А человек-то был заряженный. Пустая. К сожалению. О! Ремешок Луи. Не знаю, настоящий или нет. Так, с одеждой надо потом проверить. О, как раз. Я думал, кепку не взял. Сань. Да. О, кипарик. Алькантара, ё-моё. Алькантара. От солнца. Всё, теперь мы одна команда. Теперь мы команда. О, а там лабутены есть. Держи. Будем проверять одежду. На лабутенах. Да? Лабутенчики. Вроде настоящие, но проверим. А это что? От велосипеда. Ух, классно. Держи.
Это все в стороночку, чтобы оно аккуратно было. О, а тут есть. Почти новые Гуччи. Есть. Еще Гуччи? Вот спрятали. Если вот это все было видно, юнит бы ушел за 1002. Да, Гуччи. Какие Гуччи классные. Гуччи. Ты прям велосипедные какие-то. 690 стоит. Ставь. Джорданы. Да, есть. Адики. Классные. Хотя написано Пума. О, еще Гуччи. А тут-то свитер. А бывает, свитеры дороже стоят. 1300, да, чем дороже, чем обувь. Здорово. Альдо. Но это не все. Бушчеми. Эту фирму я, честно, не знаю. Но выглядит тоже серьезно. О, это Versace. Ух ты. Четко. Versace. О, еще Джордан есть. А это холодильник. Нам как раз холодильник был нужен в новый шап. Ух ты. Будь здоров. Джорданы. Дизель. Да, одежда тут, конечно, навалом. Первый раз такой вижу упаковку Джорданы. А? Эти Джорданы блатные, говорю, первый раз такую упаковку вижу. Ну да, я тоже. Тут непонятно. Фенди. Так. Сань, надо будет в мешок это все закинуть. Ну, сейчас поедем, все переберем, оценим и вам расскажем. Мне нравится твой цвет футболки. Так, приехали в шап, оценили. Сначала расскажу про контейнер, который мы взяли. Первый контейнер в этом видео. Мы его продали на контейнере за 410. Немножко потеряли. Перебрали всю одежду. Здесь у нас мешки. Это то, что такое, ну, не очень дорогое. Так, если быстро продать, оптом $350. Тому же человеку, которому мы продали всю новую одежду. А, Лика, сколько будет одежда стоить? Ну, брендовая одежда. Мы нашли 4 вещи. Там Fendi, шорты, Versace рубашку. Burberry. Две Burberry. Ну, все примерно, да? 4 вещи. Сколько это примерно? У нас где-то 1400. 1400 за брендовую одежду, да? Ага. И сколько брендовая обувь, которую я уже показал? 2400 за обувь. И сколько у нас получается тотал? 4200. Где-то 4200. 450. Ну вот, 450. Вообще неплохой юнит. И мы еще не посчитали, сколько специи, сколько там сахар стоит. Я не знаю, может, кому-то просто отдадим. Или фиг знает, если будем продавать это какому-то ресторану или нет. Но это оценивать пока не буду, потому что это затянется надолго. Ну вот, примерно так все и вышло. Все, я думаю, прибыльный юнит. Покрыл предыдущий, так себе прибыльный. Так что всем спасибо за просмотр. Лайки, подписка. А? Какой? Контейнер, говорю, 410, да. Лайки, подписка. Лика перебивает. Комментируйте. Все, всем всего хорошего. Peace, пока. Колокольчик не забудьте. Лика, пока-пока.